Современная молодежь – политическое будущее нашей страны. Через несколько лет именно она будет определять облик всего государства. Как будет жить наша страна, кто будет ею управлять, будет ли и дальше продолжен курс по активной поддержке социальных и экономических преобразований. Ответы на эти вопросы во многом зависят от активной гражданской позиции молодых. А собираются ли молодые славянцы на выборы в Славянском районе, узнали наши корреспонденты. 14 сентября в Славянском районе пройдут выборы глав 5 поселений и депутатов представительных органов нашего муниципалитета. Голосование – это одно из главных событий в жизни нашего района, так как от сделанного выбора каждого человека зависит то, какая будет дальнейшая жизнь. Ведь при многих возникших проблемах люди обращаются за помощью именно к местной власти. Поэтому каждый должен ответственно и осознанно подойти к этому событию. Нельзя думать, что один голос ничего не решает. Вот такую основную идею пытались донести до юных жителей Славянского района, специалисты молодежного центра «Континент» и управления по делам молодежи. Мы своими дискотеками оповещаем молодежь о том, что 14 сентября в Краснодарском крае будет избрано 206 глав в 37 районах. Мы знакомим молодежь с теми правилами избирательной кампании, которые существуют в Краснодарском крае. Допустим, особенностью этой кампании является то, что в избирательных бюллетенях не будет графы «Голосуй против всех». Вот с такими неожиданностями мы знакомим молодежь. Молодежь очень весело и живо. У нас проходят викторины, конкурсы и, конечно же, танцы. Этот день знаменателен еще и тем, что детский закон 1539 вступил в силу ровно 6 лет назад. На этот раз познавательная развлекательная программа прошла в станице Анастасиевской. Молодые люди в игровой форме узнали о том, почему каждому гражданину важно принять участие в выборах. Все желающие могли сыграть в игру. Правила простые. Нужно верно ответить на вопросы, касающиеся предвыборной кампании и детского закона. Когда пройдут выборы? Во сколько лет гражданину можно голосовать? На какие посты будут претендовать в рамках голосования в Славянском районе? Каков главный слоган закона 1539? Когда этот закон вступил в силу? На эти и другие незамысловатые вопросы молодые люди с легкостью находили правильные ответы. В такой непринужденной обстановке прошел весь вечер. Юные жители станицы остались довольны. А самое главное то, что некоторые из них все-таки осознали значимость участия в выборах. От нашего выбора зависит как бы будущее страны, от каждого голоса. Каждый голос что-то все равно даст. А может, одного не будет хватать, этот раз и мой. Я считаю, что на выборы нужно ходить обязательно, потому что именно от нашего голоса зависит будущее нашей страны. И пусть Кате нет еще 18 лет, и по закону она не имеет права принять участие в выборах, девушка с уверенностью говорит, что в следующем году обязательно отдаст свой голос в пользу достойных кандидатов. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».